японский танец. Давно мы не были в Японии. Согласны? Издавна танцы для японцев были разновидностью молитвы. Одним из видов японского ритуального танца является тихий, умиротворенный и сдержанный танец май. Май переводится с японского как «вращение» и появился благодаря храмовым танцовщицам, которые двигались по кругу, держа в руках различные растения. Такой ритуал считался одним из способов попросить у богов плодородия и спокойствия. Кстати, именно танец май явился основой японского народного театра под названием «но». Предметы, используемые в японских танцах, обладают особой силой. Они имеют сакральный, мистический смысл и должны подталкивать зрителя на определенные мысли. А одним из самых популярных предметов в японском танце является веер. Согласно легендам, ветки священных деревьев превратились в веер. Веер символизирует радость, удовольствие, счастье, благополучие и представляет в танце положительные эмоции. А зонтик? Зонтик символизирует оберег от влияния нечистой силы. Танец зонтом обычно исполняется во время весенних праздников Японии. Использование ветки сакуры служит символом весны. Японский танец всегда необычен. Он на самом деле необычен, удивителен и прекрасен. Для вас танцует Ольга Лесина. Аплодисменты. Для вас танцевала Ольга Лесина.